привет, ну уйдет, Гудоури-Грузия, да, привет. Назад сделай пару шагов. Хорошо. Гудоури-Грузия, полеты на параплане, меня зовут Анатолий, а это Иракли. Привет. Да, из Тбилиси. И мы сейчас будем, знаете, что делать? Вот такое. Да, будем летать, как птички на крыле мягком, названием параплан. Так, для старта что мы должны знать? Время старта, значит, пару шагов вперед, пару шагов назад. Сказал, побежали вперед, бежим вперед. Иди вперед, идем вперед. Ну, то есть, самое главное не садиться, самое главное не прыгать, не делать ничего лишнего и не крутиться, не разворачиваться, смотреть лучше всегда вперед. В момент наполнения крыла лучше нагнуться вперед, чтобы не упасть назад. Ну, как бы центр тяжести перенести вперед немножко. И пошире сделать ножки, удобно стоять, такую борцовскую стойку. Имейте в виду, жду вас в Гудоури. Супер. Так. Хорошо. Ты должен создать ТикТок для этого. Ты знаешь, у меня жена в этом плане. Да. Я не. Трое детей, знаешь, это достаточно тяжело. Так, иди вперед, покажи мне пальцем. Не, покажи, где пальцы. Вперед, вперед, где это? А, вперед, это здесь. Это здесь, смотри туда, хорошо. Шаг вперед сделай, один шаг вперед. Подожди теперь. Сейчас мы дождемся прыжка ветра и будем идти назад. Она, скорее всего, потянет. Погода супер вообще. Еще шаг вперед, давай, еще шаг вперед. Назад, вперед. Бежали вперед. Бежим, садись. Умница. Блин, как круто. Коленки сейчас левую сделай вверх, пожалуйста. Левую коленку вверх. А, окей. Умница. Правую коленку вверх. Удобно сидишь? Да, очень. Отлично, полетели вправо. Что скажешь? Ребят, вообще в круто. В воздухе, как птички. Сейчас будем лететь вверх. Найдем восходящий поток и будем с ним работать, чтобы набрать высоту. Блин, вот как красиво. Блин, как классно вообще. Ногу сделать выше. А, без разницы. А, окей. Просто отдыхай. Просто отдыхай. Стороне на мониторе. Да, у компьютера. Ты удобно сидишь? Да, очень. Да, все хорошо. Погнали. Набираем высоту. Набираем высоту потихоньку. Потихоньку я бы не сказал, поток достаточно сильный. Я не знаю, это с прибора лечу, но так по ощущениям плюс. Наверное, 4 точно есть. Плюс 4, да. В забросах, может, плюс 6 даже. Такое прям хорошее. Блин, это нереальная красота, правда. Я думал, что будет более холодная. Погода холодная? Да, да. Я думал, что мне будет холоднее. Вот так вот. Ну вот так вот. Прости, если я тебя... Нет, нет, наоборот. Дай мне камеру, пожалуйста, я поснимаю со стороны. Ребят, смотрим. Значит, впереди нас. Это каньон Аракли со всеми его прилегающими красивыми красотами. Да. Речка Аракли. Лес. В общем, все как надо.
Геракли сейчас, и за него глянуть, то мы видим Казбек, вот там вот верхушечка виднеется, вон она красивая. Да, и возле той верхушечки небольшое облачко стоит на 5000 метрах. Ну, красота, ну, а? Что скажем? Да, вот-вот. Я об этом. Вот, впереди нас Гудаури резорт. Вот, видно его немножко. Вот там он. Вон. Да, ну я имею в виду самокаталка, да, где. Да, 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 еще да, можно кататься, ну как бы вот так, да? Ну и тут за нами, значит, у нас несколько. Сейчас, секундочку, возьму. Да. За нами у нас ДДН, гора 3600 метров, да, если я ошибаюсь. Нет, 3400 метров, 200 или 400. Потом Шархота точно 3600. Мы уже ходили на нем. Скиту. Вот. И Мипискала. Мипискала. Сейчас покажу, где находится. Вон. Это Мипискала у нас. Да, такая красивая. Целый цирк. Ну и, конечно, панорама. Как же без арки двух народов. Панорама, пожалуйста, арочка двух народов. Вот она такая симпатичная. Там люди на нас смотрят, все хотят быть на нашем месте. Да, да, это точно. Не знаю, из меня гид, наверное, не очень, но я стараюсь. Я тренируюсь. Так что прости, Ракли, надеюсь, я не оплошал. Я поправлю сейчас твою правую ногу, коленку вверх правую. Хорошо, коленку выше немножко. Отлично, отлично. Все, расслабляй коленку. Расслабляй. Давай сделаем то же самое слева еще раз. Окей, супер, супер, все, отдыхаем. Вау, блин, так классно вообще. Я очень уверенно ощущаю себя с тобой, правда. Спасибо большое, Ракли, от души. От души, мне приятно. Вот. Это все каньон Арагви перед нами. Вот такой он замечательный. Тут обрывы, короче. Классная стеночка такая обрывистая. Короче, все как надо. Там водопадик, кстати, обрати внимание. Видишь? Блин, это да, да. Водопадик. Вон она. Снег буквально падает, вода почти на снег. Да. Сейчас мы с тобой встретим еще один поточек. Вот, наберем высоты. Покрути назад, если ты не замерз. Нет, я не замерз. Я такой, что могу летать долго. Сам. Если кайфуешь, кайфуй. Да, я кайфую, правда. Главное, если почувствуешь немножко тошноту, ты мне скажи сразу. Окей, окей. Для того, чтобы снизиться, ну, как бы, приземлиться на то же место, нужно немножко времени. Да, я понимаю. Может, 5 минут. Имей в виду просто. Вау. О-о-о, вот он, этот поточек, который мы так ждали. Да, мы так ждали. Блин, вообще нереально, правда. Я не понимаю, как люди вообще не осмеливаются совершить это приключение. Да, да. Ну разве что не осмеливаются, потому что не знают, с кем это можно совершить. Может быть, да. Обращайтесь к Иракли, он вам расскажет, с кем да. нужно. Он вам все расскажет. Не люблю заниматься саморекламой, ну иногда надо. Ну надо, да. Иногда надо. Но главное, что не врешь. Не, врать не мой конек, я считаю, это неправильно. На вранье не построишь, на таком да. фундаменте не построишь дом. Это точно. Да. Не построишь. Либо шаткий будет дом, он развалится. Вау. Вот тебе панорама. Да, правда.